От советских до заграничных. Артист из Челябинска собрал на пиджаке деда почти 5 килограммов значков. Коллекцию из более чем 30 российских городов, а также других стран мира мужчина копил 7 лет. Необычный костюм и сотни других, которые хранятся у челябинца, увидела моя коллега Эльвира Хафизова. На самоизоляции все запылилось. Я протру свою гримерочку от пыли. Вот так легким движением руки Евгений Коновалов протирает свою любимую в доме комнату. Здесь сотни костюмов, столько же шляп, очков, колец, есть даже американские ролики. У каждого образа своя история. Этот пиджак артист украшал 7 лет. Началось все с семейного вымпела вот этого с советских времен, с 1976 года. Там собирал еще, может, папа, может, там дедушка. Постепенно вот какую-то часть это там была, я ее сюда пересадил, и она начала разрастаться. Вес такого необычного пиджака 4,5 килограмма. Значки Евгений собирал по всему миру. Где за границей на блошином рынке прикупил, где-то подарили. Сколько там штук, сосчитать сам не может. Украшения на пиджак уже не влезают. Женя начал прикалывать их и на брюки. Сам костюм полностью, начиная брюки, ремень, рубашка. Это все именно костюм дедушки, шляпа, пиджак. Это моего настоящего дедушки Ивана Степановича. И я постепенно его начал обшивать. В коллекции Евгения более 300 костюмов. Начиная от военных, заканчивая шляпником из «Алисы в стране чудес». И гримерка фрика постоянно пополняется. Например, эту шляпу артист хранит в специальном чемодане, чтобы не помялась. Предмет гардероба эксклюзивный. Она из современных материалов сейчас сделана. Раньше она весила тяжелее. Сейчас она уже полегче. Свою коллекцию Евгений Коновалов собирает уже 17 лет. Мужчину заметили не только в Челябинске, но и за границей. Сложно забыть такой яркий образ. Например, в Дубай артист полетел открывать шоколадную фабрику и был в роли знаменитого Вилли Вонки. Образ безумного шляпника тоже разлетелся по всему миру. Переодеваться в любого персонажа для Жени не составляет труда. Лишь бы фантазия работала и швейная машинка. На этой коллекции артист перфуманса останавливаться не собирается. В голове прорабатывает новые и новые идеи. Из-за пандемии не переживает. Теперь есть время, наконец, убраться в своей гримерной и посчитать количество значков на пиджаке. Эльвира Хафизова, Павел Клементьев, ОТВ.